Здравствуйте, дамы и господа! Рад приветствовать вас! Рад, что вы сегодня с нами. И сегодня я надеюсь, что вы уже под впечатлением, но сейчас мы о том, что вы увидели, мы поговорим немножко поподробнее. Сегодня будет много интересных новостей, потому что вышли потрясающие новости. И, конечно же, они пойдут о транспорте будущего, о том проекте, о той технологии инновационной, экологичной, которая уже в конечной стадии своего завершения. То есть мы уже подходим к 15-му этапу. Сегодня будут новости и про это. Поэтому устраивайтесь поудобней, возьмите кружечку чая или кофе. И сегодня я вам расскажу про встречи и про то, какие у нас есть адресные проекты, какие сейчас новости насчет перехода на 15-й этап, последний подэтап 14-го, какая капитализация будет через 5-10 лет, какие проекты у нас уже сейчас есть. Интервью с Анатолием Эдуардовичем и другое интервью с Надеждой Косаревой. Поэтому, дамы и господа, устраивайтесь поудобней. Сегодня будет действительно интересно. Сегодня постараюсь рассказать все достаточно быстро, уделяя минимум времени и максимум смысла для каждого слайда. Меня зовут Артем Курбанов, и с вами компания SkyWorld Community. Я из города Даугавпилса, из Латвии, и всю жизнь хотел делать этот мир лучше. И у меня это, как мне кажется, получалось. Действительно, больше улыбок, больше добра, больше пользы, больше эффективности. И однажды я узнал о том, что есть такие системы, как краудинвестинг, народное финансирование. Простым языком это когда много-много людей, единомышленников, через интернет объединяются вместе и делают общее дело для всей планеты, для всего народа. Фантастика, правда? А это уже более 10 лет. Тысячи проектов, как минимум сотни в год запускаются, сотни проектов, без крупных государств, без крупных корпораций, без банков. Просто есть люди, у которых есть идея, а есть люди, у которых есть средства или время, или энергия, но нет идеи. И они объединяются для того, чтобы создавать лучшее. В итоге я узнал о подобном, начал искать, какие проекты бывают, и нашел самый фантастический, самый актуальный, который есть сейчас на данный момент в нашем мире, который может изменить ход истории человечества. Что пока он действительно так и показывает, так скажем, то, как он развивается. Потому что мы сейчас уже на 14 из 15 этапов развития. И, как я сказал, чуть позже будет об этом информация. Самый главный ресурс человека – это время. Поэтому, дамы и господа, посмотрите, пожалуйста, на эти побуждающие факторы. Если хотя бы один из них вам откликается, значит, вы проведете время не зря. Поэтому, если вы интересуетесь дополнительным доходом, финансовой независимостью или собственным бизнесом, может, вас интересует свободное время, личностный рост, либо помощь другим или новые знакомства, или желание уйти с работы, от которой устали или которую разлюбили, или оставление наследства вашей династии, вашему потомству. Либо, как и я, вы больше всего думаете о всей планете, о нашей планете как о целом организме. И не о человеке, который владеет. Мы не владеем этой планетой, потому что мы всего лишь один из 12 миллионов видов живых организмов. Просто мы самые влиятельные, и на нас самая большая ответственность. Поэтому, дамы и господа, если хотя бы один из этих побуждающих факторов вам откликнулся, то вы проведете время с пользой. И, конечно же, сразу сообщу, мало ли у кого-то не хватит времени, потому что мы будем вести где-то около наш разговор около часа-полторы, около часа-полтора, да. И подключайтесь к вебинарам, приглашайте ваших знакомых на вебинары Владислава Волкова и на мой вебинар завтра в 12 часов по Москве. У Владислава Волкова очень интересные вебинары с учетом всех его знаний. Очень рекомендую. Он достраивает всю информацию, которую вы узнаете сегодня о проекте и о том, какие же возможности и почему он настолько прекрасен. Вы видите уже фотографии, уже после видео я чувствую, что люди начинают понимать сразу, что действительно, какой уровень прогресса уже у проекта. Но он еще не окончен. И важно внимание и энергия каждого человека, который способен мыслить глобально в масштабах всей
нашей планеты. И начнем мы с того, чтобы понять, почему это нужно каждому человеку, кроме каких-то выгод лично себе. Почему нужно это каждому человеку, нужно порядок и процветание на всей планете. Нас 8 миллиардов человек, и мы расселились по всей планете, и это наши города. Мы живем повсюду, и, конечно же, нам помогло так сильно развиться транспорт. Транспорт и транспортная инфраструктура. И у нас есть транспорт очень давно. Сначала мы перевозили грузы, потом начали перевозить грузов и пассажиров. И самый первый – это транспорт, который плавает, с помощью которого мы перемещались очень медленно, но верно и достаточно с большими объемами. Но и сейчас он есть, только передвижение его, объемы остались большие, даже очень сильно увеличились, но скорость. Мы можем неделю, можем месяц или два месяца, например, ждать груз, либо плыть сами. То есть этот вид транспорта, он требует серьезных доработок сейчас для того, чтобы удовлетворить, стать основным и удовлетворить все потребности человека. Плюс наземный транспорт. Наземный, конечно же, можно летать, а не по земле ездить, но посмотрите, это только аэропорты. Представьте хотя бы по 10 самолетов в каждом аэропорте. Все наше небо в этом пространстве. Да, он считается достаточно безопасным, потому что очень много проверок проходит. Но представляете, какую энергию мы тратим от нашей планеты, которая могла быть направлена в другое русло, чтобы поднять огромную железную тяжелую птицу в воздух с помощью скорости. Это колоссальная энергия. И какой вред экологии? То есть как много мы используем. И это безвозвратно. Поэтому авиатранспорт тоже не является самым эффективным. Плюс как много времени мы тратим, чтобы добраться до своего посадочного места в самом самолете, сдать багаж, там подождать, там ворота. И столько же еще, чтобы выйти. Поэтому данный транспорт занимает слишком много времени, он слишком дорогостоящий, и он слишком дорого обходится нашей планете и ресурсам нашей планеты. Поэтому Земля, на которой мы находимся, на которой мы и живем, например, железная дорога, которая в течение 200 лет так хорошо развивала нас, развивала цивилизацию, развивала человечество и технологию. Но хоть она и находится по всей планете, к сожалению, модернизации небольшие. Удалось побывать на Инотранс Берлин 2018, крупнейшая транспортная мировая выставка. И там только маленькие модификации. Wi-Fi поставили, удобнее сиденье, чуть расширили или двухэтажно. Ничего сильно не меняется. И средняя скорость такого транспорта железнодорожного, с учетом погрузки и разгрузки, 15 км в час. Мы 21 век, создали электронные валюты, можем голосовать в некоторых странах за президента через интернет, делаем лазеры, нанотехнологии, а 15 км в час. Конечно же, это неприемлемо, дамы и господа. И этот вопрос необходимо решать. Продолжаем дальше, потому что это действительно касается каждого. И самый главный вид транспорта, который повсюду, это автотранспорт. Самый эффективный с одной стороны, с другой стороны, самый опасный и вредоносный вид транспорта, который только можно было изобрести. Он нам очень сильно помог, но сейчас, с учетом роста населения, после 5, 6, 7 миллиардов, колоссальный ущерб терпит и экономика, и наши города, наше здоровье, природа. И это одна из самых главных проблем, которую сейчас необходимо решить. Потому что транспорт и дороги занимают огромную площадь, невероятную, почти 5 площадей Великобритании. Более 5 площадей Великобритании занимают автотрассы и разного вида дороги. Хотя эта земля принадлежит флоре, фауне и человеку. И на ней было бы здорово, если было безопасно. А так мы находимся на одном и том же уровне с самым опасным видом транспорта. Но вернемся к городам. Почему такая аварийность? Почему все в одном месте? Почему настолько загружены наши города? Потому что наши города постоянно развивались, и это зависело от транспорта. Чем выше скорость транспорта, тем больше мог развиться город.
И вот город сейчас. Хотя похоже на микросхему, не похоже на город для жизни людей, чего-то живого. Похоже для город для машин, для роботов. Здесь нету биологии, нету зеленого, нету кислорода. И, к сожалению, это обусловлено тем, что нам нужно передвигаться по первому уровню, если использовать технологии транспортные, транспортные отрасли, которые уже устоялись на первом уровне. Но технологии-то сейчас 21 века. И сейчас города, мы видим, как они пытаются адаптироваться по-разному, но эффективность их, дорожки узкие, их сильно не расширишь, только в одну сторону, везде направо не поверни, налево не поверни, крутишься. То есть города переполнены, а пропускная способность нужна гораздо больше. И мы видим, что где-то уже новые города строят немножко по новым технологиям, с лучшей логистикой, но в общем целом они занимают так же много места, землеотвод, они такие же аварийные. И в общем целом опасность повсюду. И мы в общем целом, мы видим города все равно приблизительно вот такого вот рода. Но население планеты увеличивается, машин меньше не станет. И города, так скажем, планета наша не расширится. Поэтому этим транспортным отраслям нужно приходить на помощь. И вы действительно увидите, что это необходимо. Представьте, 40 полос. 40 полос, которые идут на сужение. Китай, либо Индия, Индонезия. Страны, где не могут позволить себе хорошую культуру и безопасность транспортного, так скажем, пути. То есть сама дорога, сама инфраструктура. Но Китай... 40 полос. Представьте количество людей. Хотя это любой миллионник и выше, или, например, как Москва, Лос-Анджелес, 20 миллионов человек, 20 миллионов машин. То есть это действительно очень затруднительно. Но мы съезжаемся в город. Урбанизация. Главная тема. Почему люди съезжаются в город и устраивают подобную жизнь? Потому что они хотят быстрее добираться по своим делам. Из одной точки близко добираться в разные сферы деятельности. До работы, до учебы, до своего отдыха. И, к сожалению, наш город теперь превращается в муравейники из машин, которые, к сожалению, очень сильно нам вредят. И даже уже в маленьких городах мы начинаем это чувствовать. И подобные города, когда мы съезжаемся, мы увеличиваем... потребность в территории, и значит увеличивается цена на квадратный метр, значит увеличивается и цена продуктов, которые там продаются, цена услуг всех, цена квартиры, в которой мы живем, и услуг на нее. Поэтому если всем жить в городах, это очень расточительно, и это очень пагубно для здоровья. Гораздо лучше было бы жить где-то за городом, где-то поближе к природе. Потому что выходить на свой балкон или смотреть в окно и видеть другое окно или другой балкон – не самое приятное. Хотелось бы видеть закат, рассвет, луг, лес. Потому что в город, города сейчас действительно они перестали строиться для людей. Они начинают строиться для машин, для технологий, для фабрик, для работы, как муравейники по производству. Хотя должно быть больше биологии, больше зеленого, больше, чтобы цвести. И жить здоровее и дольше. Хотя в новых городах реально нету места иногда для людей. Когда был в Лондоне, немножко местами тяжело передвигаться. Лос-Анджелес вообще местами невозможно передвигаться, если ты не на машине. На машине еще хуже. Дубай в некоторых местах вообще нет тротуаров. То есть ты идешь, подходит это все к красивому зданию, а дальше дорога, если у тебя нет машины, ты не можешь проехать, заказывай такси. То есть ты не можешь так погулять. Не рассчитано на город, не рассчитан на людей, потому что он больше рассчитан для машин. И мы видим это, как города перестраиваются, потому что эти артерии, они все равно необходимы. Например, получается так, делают второй уровень дороги. И представьте, первых 4 этажа, люди никогда больше не увидят прямого солнечного света. И это необходимо городу. Ничего с этим не сделаешь. К сожалению, если мыслить старыми понятиями, то мы перережем все пути миграции флоры и фауны подобными, так скажем, артериями, неживыми артериями. Потому что Земля под этими 5 площадями в Великобритании, она мертва, она не дает ни кислорода, ни плодов.
И это можно изменить. Мы меняем это уже сейчас. Лос-Анджелес, красная и белая змея, по 3-4 часа двигаются в разных направлениях. Я был в одной и в другой. Можно просто выехать не в то время, не в том направлении, и действительно встать. И это жара, это раскаленный асфальт, шины, двигатели внутреннего сгорания. И ты стоишь во всем этом часами напролет. И это действительно. Там люди иногда в год, в среднем, по-моему, там проводят что-то 380 часов в пробках. 380 часов в пробках, чтобы добраться от места до места. Если вот посчитать целый год. Это невероятное количество времени. То есть данный транспорт, логистика, соседние виды транспорта, которые на первом же уровне, они более не справляются. И это дело каждого, потому что каждый получает влияние от этого, и каждый сейчас, в 21 веке, может это изменить, дамы и господа. Не вот так изменить, чтобы было невозможно жить под этой дорогой, чтобы это было недолго, недолговечно и не особо эффективно, а изменить действительно конкретно, на порядок, на действительно новый уровень с полной экологией. Потому что некоторые варианты, которым сейчас пытается спастись город, просто неприемлемы. И я думаю, вы понимаете, о чем я. Но еще одну вещь затрону. Логистика. Сейчас, поскольку городам немножко перестраиваются, строятся новые города, в старые города можно внедрять новые технологии, которые гибкие. Если по-другому использовать логистику, то можно достичь абсолютно новых высот. Давайте посмотрим. 200 человек в 177 машинах занимает очень много времени. Когда передвигаются, занимает очень много времени. А потом, когда они поставили свое транспортное средство внутри города, как и миллионы других людей, эти транспортные средства занимают много квадратных метров. И в этом месте больше нельзя ни пройти, там оно постоянно занято. То есть получается, с помощью этого вида транспорта мы постоянно забираем место в городе, в котором больше всего находимся, где как раз могут быть и плодовые деревья, и больше садов, больше биологического. То, что как раз мы бы хотели видеть в своих городах, а не бетонные джунгли, а цветущие сады прям вдоль и рядом с нашими всеми муниципальными центрами, домами и прочими зданиями. Но смотрите, если мы убираем машины, то видите, насколько больше места стало. Давайте посмотрим дальше. Сейчас в Европе очень-очень распространяются электроавтобусы, которые заряжаются ежедневно или после каждого рейса и проезжают достаточно много. Три автобуса могут забрать данного рода, так скажем, 200 человек. Даже так много. Либо даже один легкий поезд. Если правильная логистика. Как бы автобусы и поезда – это уже очень-очень разумный вариант. Поэтому одна из разработок нашего генерального конструктора – это линейные города и экопоселения. То есть как стоит построить так, чтобы было максимально эффективно и удобно. Но даже те технологии, о которых вы сегодня слушаете, их можно внедрять уже в существующие города, приходить на помощь существующим видам транспорта и разгружать их. Так что этот симбиоз получится просто восхитительный. Но что хочу сказать еще насчет логистики. Есть еще один вид для междугородных, так скажем, поездок. Смотрите, вы приходите на станцию, и либо подходите к станции и говорите, я с этой станции вот во столько-то времени, например, в 19:30, через 4 минуты, поеду на определенную станцию, где-то через там 7 километров. Вот, и у вас 4 минуты. Вы приходите на станцию, там есть еще люди, из всех, кто едет на вашу же станцию. И они так же само зарегистрировались, можно сказать. Каждую минуту или даже меньше идет транспортное средство, на котором написано «Куда?», как вот здесь вот. И вы видите, о, это мой, с другими людьми, которые туда же зашли. Там, например, может быть, и если малая пропускная способность, то есть станции, и 2, и 4, 6, 8, 18 человек, 25 человек, ну и так далее, 48 человек. Все сели и едут дальше. Без остановки они добираются до нужной им остановки. То есть, получается, они разгоняются только один раз. На каждой городской остановке не делают эти остановки и, получается, не теряют ни время, ни энергию.
и быстро-быстро попадают туда, куда им нужно. Анатолий Эдуардович рассчитал, что в городе необходимо делать так все станции, чтобы в поездках проводить не более 20 минут. И это очень разумно. На сайте... Прошу прощения. На сайте Skyway Capital есть как минимум две статьи насчет этой логистики. Как с помощью маленьких полуандроидов, так скажем, маленьких транспортных средств, которые полностью оснащены всем необходимым для того, чтобы двигаться сообща со всей системой, могут без остановок доставлять разных пассажиров из точки А в точку Б. То есть это самый высокий коэффициент полезного действия передвижения по городу. Очень рекомендую изучить логистика, новый уровень логистики. Потому что он действительно будет необходим. Но не смотрите, можно бы и 6 человек, а можно сделать составные поезда по, например, 25 мест, 10, 250 человек. И они также само быстро будут перемещать огромное количество пассажиров. Потому что многие страны не могут позволить себе существующие виды транспорта, существующую культуру, как-то обезопасить себя. Тем не менее, грузы и пассажиры перевозить надо. Никто это не отменял. Все продолжают работать, продолжают учиться, развивать жизнь своего региона. Даже несмотря на опасность. Посмотрите, на что идут люди ради того, чтобы передвигаться. Стоит осмыслить. В тех городах, где есть транспорт, где легко можно было добраться до дачи, до хутора, либо в город по делам, либо по работе, мы так не ощущаем эти проблемы. Но когда ты смотришь сюда, на эти фотографии, действительно понимаешь, какие бывают ситуации и насколько важен может быть транспорт. Автотранспорт – один из самых важных транспортов, но он является одним из самых опасных. Он забирает около 1,5 миллиона жизней в год и около 10 миллионов более делает инвалидами. Это больше, чем во всех остальных катастрофах. И это самый эффективный транспорт на данный момент. Казалось бы, но с учетом того, как стоят наши города, насколько это опасно и как наша природа видоизменяет наши дороги, так скажем, и безопасность передвижения по ним, это стало очень-очень вредоносной частью нашей технологии. Но грузы и пассажиры будут перевозиться и разными видами транспорта, и железнодорожным, и подобным по воде. Мы платим за эти простои, мы платим за эту скорость. Чем дольше до нас доставляется груз, тем дороже это стоит. Тем дороже стоит, зайти в порт, чтобы разгрузиться. Хотя у Анатолия Эдуардовича есть потрясающие разработки и портов, которые на шельфе моря. То есть не нужно изменять весь ландшафт берега, а можно, чтобы корабли на шельфе моря, немножко подальше от берега, разгружали все необходимое, и, так скажем, на автоматический конвейер, и она уже шла на сушу. То есть есть такие технологии сейчас, их необходимо только заметить и внедрять. Тогда наши товары будут доставляться быстрее, пища с других стран будет доставляться быстрее, будет более качественно, а мы более здоровы. Мы будем за все это меньше платить, потому что это меньше стоит. Потому что сейчас это стоит огромных денег. Один корабль, севший на мель, сделал такую пробку стоимостью в миллиарды долларов. И пострадали очень много. Прям действительно пострадала мировая экономика. Из-за вот такой вот маленькой оплошности. Какой масштаб? Да, дамы и господа. Невероятное. Человек всемогущ. Он может делать просто такие лайнеры, как города, но тем не менее имеет огромные проблемы, потому что эра нефти очень долго прикрывалась, и сейчас она заканчивается, и все вылазит наружу. И две первых, самых главных проблем – это перегрузка транспортных путей и отсутствие безопасности. Отсутствие безопасности для флоры, фауны и человека, для живого. А это наша технология. Человек распространяет технологию и строит дороги всюду.
пробирается в каждый уголок нашей планеты. Но наша планета живая, и она заносит ее бархамами, наши постройки и дороги сносит болотами, замерзает, все засыпает снегом, заливает градом и даже цунами. Мы видим, что происходит с природой, потому что человек неустанно продолжает творить свою технологию, которая не является экологической в большей степени. И не замечает как будто, до чего довело. Хотя сейчас мы все больше видим, и все больше людей настолько осознанные, что, как и вы сейчас, дамы и господа, находят время для того, чтобы изучить, погрузиться в то, что важнее их самих или их семьи, их города, их страны. Наша живая планета, наш живой дом. Посмотрите на эти фотографии. Другие три фотографии мы видим, но это не мы. Но вот посмотрите на первую. Там живые люди. Мы живем в этом. Это касается каждого. И я надеюсь, что когда я закончу первую часть нашего разговора, вы действительно поймете, что это действительно касается каждого. Потому что нам решать, люди, у людей вся власть. Кто бы как ни думал, у народа вся власть. И он решает, каким воздухом дышать. Вот подобным воздухом. Или все-таки мы хотим дышать чистым воздухом. Мы, конечно, можем делать, или кто-то может сказать, что мы уже делаем огромные экологические прорывы. На самом деле мы подчищаем и устраняем, если рассмотреть масштабы разрушений и масштабы влияния экологических каких-то маленьких проектов, очистки, так скажем, сейчас в переработку очень-очень продвинулись. Это очень здорово, но на все уходит энергия, энергия нашей планеты. И, как правило, она все равно будет браться не экологическим способом. Даже если мы пересядем на электрокары, как сейчас эра нефти заканчивается, кто-то в 20-м, кто-то в 25-м, в 30-м годах, начинают запрещать продажу двигателей внутреннего сгорания в странах. То есть пересаживаются так, в некоторые страны и в некоторые города уже нельзя заехать, если у тебя транспорт не совсем экологичный. То есть нужно какие-то уже градации. То есть, понимаете, люди идут к этому, но надо понимать основу, откуда мы идем. А это возобновляемые виды энергии. Самое главное, что мы сейчас имеем, закрывающие технологии, возобновляемые виды энергии. Потому что иначе, посмотрите на ситуацию, если ничего не делать, то мы не уверены, что что-то что-то сделает. И мы просто находимся в доме, в куполе, в космосе. А с одной стороны, атомные электростанции отравляют землю, воздух и будут еще долго отравлять. С другой стороны, огромное количество транспорта, авто, железнодорожного первого уровня, который дико опасен, потому что он находится на одном и том же уровне с нашими детьми, с нашими домашними животными, с дикими животными, с нами. И в третьей стороне куча заводов и фабрик, которые не экологическим способом делают свое производство. А мы в центре этой комнаты, закрытой, пытаемся выжить. Это касается каждого, дамы и господа. И третья огромная проблема – это загрязнение окружающей среды. Это та вещь, которая действительно касается абсолютно каждого. И давайте посмотрим далее. Касается нас то, что планета не может, если использовать прошлые технологии и не эволюционировать в них, планета не сможет обеспечить 10 миллиардов или 9 миллиардов людей всем необходимым. Если мы будем настолько расточительны, использовать топорные старые технологии. Сейчас можно же двигаться на чистой энергии, именно возобновляемой энергии. И это действительно гораздо полезнее для всего вокруг и для нас. И это гораздо экономичнее. И насчет экономии есть еще несколько очень серьезных и прекрасных факторов. Это аэродинамика. Если мы не делаем транспорт на первом уровне, то мы можем сделать потрясающие улучшения в аэродинамике, потому что транспорт, находящийся на втором уровне, может не сталкиваться с воздухом напрямую, а раздвигать его в разные стороны. Посмотрите, автомобиль, который снизу, движется по сплошному полотну, и там происходит экранный эффект, который тормозит машину. Когда машина передвигается со скоростью 60 км в час,
она сталкивается с воздухом. Где-то тратят 30% энергии, которую вырабатывает двигатель, на то, чтобы сопротивляться, проталкивать его. И сзади, из-за не самой хорошей аэродинамики, получается турбулентность. Это завихрение потоков воздуха, которое... То есть там, где нас, там, где мы только что были и уехали оттуда, там разряженный воздух, и с каждой стороны его затягивает назад, компенсирует. И нас как бы машину тянет слегка назад. И получается, что эти несколько факторов, так скажем, разрушение и сопротивление окружающей среде, они очень сильно нас тормозят. При скорости 300 км в час 90% всей энергии потратится именно на это. Но когда транспорт вынесен на второй уровень, и полотно бирельсовая ферма разделено, то есть нету сплошного полотна, то и с таким носом мы как горячий нож в масло врезаемся в воздух, с каждой стороны воздух обтекает транспортное средство, снизу нет экранного эффекта, и сзади воздух не завихряется, нету турбулентности, он спокойно проходит. Есть потрясающие видео о том, как наш юнилет, юнифлэш по-английски, транспортное средство, которое может передвигаться со скоростью 500 км в час, продувают в аэротрубе. Тем самым Анатолий Эдуардович, сделав эти изменения, так скажем, доведя до ума, создал наилучший коэффициент аэродинамического сопротивления. 0,065. Это в 16,5 раз лучше, чем у Bugatti Veyron, одной из самых быстрых спорткаров в мире и самых дорогих. То есть экономия может быть разной, при том, что характеристики могут быть очень высокие. Вы можете увидеть это на примере. 14 человек, автобус, 100 км проезжают со скоростью 100 км в час и затрачивают меньше 2 литров топлива. Прекрасно, не правда ли? А теперь посмотрите еще интереснее. Это было 100 км в час, а тут 6 человек, а не 5. Водители меня поймут. То есть в обычной машине 5, тут 6. В полном комфорте, люкс, прям все. Это фантастика. Два огромных багажа спереди и сзади, побольше, чем у автотранспорта. 100 км перемещаемся и тратим всего 5,5 литров топлива. Вы скажете, да, неплохо, ну на 6 человек чуть больше багажа, это как бы хорошо. Но мы передвигались абсолютно безопасно, с потрясающим видом, экологически чисто и со скоростью 500 км в час. Только вдумайтесь, урбанизация перестанет быть такой важной. Мы можем жить где-то на природе, доезжать до станции 500 километров. Мы можем работать не то, что в соседнем городе, либо в другом городе, в столице нашей страны. Мы можем работать в другой стране и возвращаться за 20 минут назад, за 20 минут проезжая 150 километров, например. Представьте. Такие возможности открывают нам новые технологии. Их нужно только рассмотреть. Поэтому большой расход энергии нашим транспортным отраслям, главному двигателю и перемещению грузов и пассажиров по нашей планете, его тоже можно изменить, потому что эта проблема серьезная и актуальная. Действительно актуальная. Мы видим множество изменений в нашем мире. Но это... технологические сильные изменения или просто выглядит по-другому? Потому что 150 лет между строительством первой дороги и второй дороги особо ничего не поменялось. Также много материала, много времени, тяжелые подвижные составы, слабая аэродинамика, большие затраты на все. То есть изменения пытались сделать, но почему-то не сильно эффективны, потому что пытались существующее доработать, а нужно было с учетом новых технологий, как оказалось, посмотреть комплексно на вопрос и не создавать подобные вещи, которые чуть-чуть освобождают, может быть, место, но также дорогостоящие, либо также неэффективные, либо небезопасные, либо, как здесь, это по факту тот же самый трамвай, только у него колеса сверху. Все такое же тяжелое, скорость очень маленькая, то есть сам путь невероятно дорогостоящий и тяжелый, землеотвод хоть и небольшой, но поскольку опасно ходить, он закрыт. То есть такие инновации и не инновации.
модернизации, которые не приживаются, потому что стоят много, а эффекта не дают. А нужно разобраться в основе. Давайте сделаем это вместе. Точка А и точка Б. Нам нужно сделать так, чтобы между ними было сообщение. Мы берем, и по факту, если мы строим транспорт первого уровня, нам нужно сравнять все, чтобы она была ровная. То есть нам нужно всю флору и фауну сравнять в один уровень. Это, конечно, ужасно, потому что с одной стороны будет заболоченные местности, с другой стороны может быть засуха, потому что перебиваются грунтовые воды. Мы флору и фауну стираем. Просто очень сильно врезаемся в существующий процесс, нанося огромный ущерб биосфере. Далее 10 уровней необходимо сложить разные ингредиенты этой дороги, чтобы она служила долго, чтобы она действительно была качественна. Но, как мы видим, у нас чуть ли не раз в 2-3 года ремонтируют дороги. И только потом мы можем передвигаться на транспорте, очень дорогостоящее. И только ровная дорога. То есть нам действительно, где еще плата более или менее, а где побольше изменения, там с дорогами уже немножко тяжелее. Это становится еще дороже и становится еще опаснее. Так это выглядит в реальности. Представьте, сколько времени, сколько топлива, сколько энергии нужно людям, чтобы создать подобное. Либо сколько всего этого нужно, чтобы в скале взорвать и проложить железнодорожный путь. Дамы и господа, это очень расточительно и неэффективно для такого цивилизованного уже и развитого технологически существа, как человек в 21 веке. И сейчас люди, народ, который живет, который этим миром дорожит, как своим домом, любит эту жизнь, народ начал иметь силы, чтобы тягаться и делать действительно самостоятельно потрясающие вещи. Мы это делаем вместе с компанией SkyWorld Community. Мы делаем вместе экологические технологии, начиная с первой, самой актуальной технологии, и будем продолжать дальше, потому что их у нас целая серия. Первый проект закончится уже очень скоро, потому что мы на 14 из 15 этапов, и уже сегодня прозвучала информация о том, что в ближайший месяц, возможно, уже будут даты перехода на следующий подэтап. А еще через сезон будет дата перехода на следующий, последний этап, 15 этап из 15, дамы и господа. Это действительно счастье, и это уже очень скоро, это в течение этого года. И есть еще очень много новостей, которыми нужно с вами поделиться, потому что мы создаем транспортно-инфраструктурную отрасль, по потенциалу не уступающую таким отраслям, как авиационная, железнодорожная и автодорожная. Это слова генерального конструктора SkyWay Анатолия Эдуардовича Юницкого, гениального ученого, который создал фантастические технологии и сейчас успешно реализует их в жизнь. Технологии, на которых я лично сам уже катался, и еще более 7 тысяч человек уже опробовало эти технологии. Часть транспорта сертифицирована. И сейчас я расскажу чуть-чуть больше, почему же он настолько хорош. Потому что мы с вами разобрали, что то, что происходит с миром, это дело каждого. И я озаглавил для вас проблемы. А теперь просто под эти проблемы подстраивайте эту информацию, вам будет интересно. Потому что с помощью данного транспорта мы освобождаем всю поверхность планеты Земля. То есть представьте, вся поверхность теперь принадлежит флоре, фауне и человеку. То есть принадлежит действительно биологической сфере. И мы развиваем экологические технологии. Вокруг нас экологический транспорт, который вообще никак вредоносно не влияет на окружающую среду. И он находится на другом уровне. Мы в полной безопасности, и транспорт в полной безопасности. Как говорит Анатолий Эдуардович, данное транспортное средство, данные транспортные системы в более чем в 2000 раз безопаснее, чем автотранспорт первого уровня. И если кто-то думает, вот наверху
Это ж как так? На 15 метров, например, либо 30 метров вышки будут стоять, по которым летит транспорт по струнам. Не волнуйтесь, никак с них нельзя упасть. И предварительно натяженные струны, и антитеррористические, так скажем, расчеты были сделаны и против наводнений, если с небольшим усилением делать в тех местах. То есть небольшое удорожание, а можно действительно там, где огромные волны, потопления, и при этом все транспортное сообщение может оставаться включенным. Представьте, насколько это важно для безопасности людей. Это просто фантастика. Поэтому специальная противоотходная система и мотор-колеса дают возможность нам очень здорово передвигаться. И вот посмотрите, вы помните точку А и точку Б, из которой мы строили дорогу? Теперь можно на анкерных опорах над землей, на нужной нам высоте, с нужным нам углом, натянуть предварительно натяженные струны в корпусе, и все натяжение на земную кору. И мы получаем прямую, ровную дорогу над всем. И мы никак не изменяем биосферу, весь ландшафт, не затрагиваем флору и фауну. Все остается так же прекрасно цвести. А это значит, что у нас полное изобилие. Помните города в самом начале, которые не похожи на место для проживания людей? Представьте, если только изменить на транспорт экологический, тот транспорт, который сейчас есть, у нас уже поменяется качество жизни, продолжительность жизни, продолжительность, так скажем, удовольствия и здоровья от той пищи, которую мы будем выращивать в наших городах и рядом с ними. И это все возможно лишь просто с первой даже технологией транспортной, которую предлагает Анатолий Эдуардович Юницкий. Давайте заглянем внутрь. Это пучки струн, специальные струны. У металла, по факту, четыре главных свойства. Мы можем его растягивать, можем сжимать, можем сгибать, можем скручивать. Физических таких, механических свойств. И получается, что растяжение можно, из растяжения можно получить максимум пользы. Эти струны, пучки струн, невероятно крепкие. Десятикратный запас прочности. Они помещаются в корпус и заполняется все бетоном, потому что струны в определенном последовательности, в определенной там форме, есть определенная технология. Наполнитель специально создали наши инженеры. Цена его минимальная, но он дает фантастические свойства как раз под нашу технологию. Фиксирует струны, упрочняет стенки, консервирует от коррозии для долгого служения без капитального ремонта до 100 лет. И поглощает огромное количество шума. То есть данный транспорт будет передвигаться со скоростью, со звуком приблизительно 75 дБ. То есть как веселый разговор, негромкий. Вот такая структура. Но есть, конечно же, разные виды, потому что под разные задачи, под разную пропускную способность, под разные грузы необходима разная дорога и разный транспорт. И они у нас есть и уже спроектировано 16, сделано в железе 12 и 5 сертифицировано. Но это чуть-чуть забегая вперед. Здесь вы видите три трассы. Например, полужесткая, либо бирельсовая ферма с подвесным и навесным транспортом. И провисающая трасса. Самая, которая мне больше всего нравится. Потому что 400 метров уже сейчас. То есть мы еще не закончили проект, а у нас уже трассы 400 метров между опорами. То есть представьте, дорога, где 400 метров может быть все, что угодно. Овраги, реки, озера, леса, здания, дома. То есть сквозь город как угодно могут распространяться транспорты. Экологические, быстрые и безопасные. Интегрируемые куда угодно, под любую задачу, под любую пропускную способность. И это прекрасно еще тем, что, например, в бирельсовую ферму, которая по центру, видите, там отверстие есть. То есть внутри данной инфраструктуры могут подходить еще две. Энергия, то есть электричество, и информация, то есть интернет. Представьте, три инфраструктуры сразу, при том, что этот путь строится дешевле всего, быстрее всего и надольше. Вы увидите далее графики. А пока продолжу. Посмотрите на эти фотографии. Этот транспорт уже готов, уже работает, уже сертифицируется и уже скоро перейдет на последний 15-й этап. Но, как и раньше,
каждый человек, каждое слово, энергия и каждый доллар, который с мира пришел для того, чтобы сейчас мне было вам что показать, это сделали люди. Такие же люди, как мы с вами. То есть все, что вы сейчас увидели о том, о чем я рассказываю, сделано под началом одного гениального ученого и 500 тысяч человек со всей планеты. Только таким способом в эру нефти, когда можно нефть качать и продавать, а не просто построить электростанции, они будут постоянно возобновлять энергию от солнца, от ветра, геотермальную. И они возобновляются, не надо качать, не надо так дорого, чтобы это стоило. То есть представьте, огромные корпорации, очень много людей и семей потеряют огромные деньги, когда эра нефти закончится. Сейчас пытаются по чуть-чуть дозированно выпускать возобновляемые энергии. Хотя говорили, что электрокар первый в середине 19 века, в 1900 году в Лондоне передвигались полицейские на электросамокатах. В 1900 году, более 100 лет назад. Просто задумайтесь, почему это не пропускают. И тогда вам станет понятно, почему мы мало знаете об этом проекте, почему есть антипропаганда, почему малое распространение информации, ссылок, либо видео, а на другие какие-то вещи больше. Сейчас мир устроен очень интересным образом. И я благодарю вас за то, что вы сейчас находитесь здесь, слушаете и смотрите эту информацию, которую сможете использовать для себя. Если вам понадобится помощь в понимании, как вы можете использовать информацию, которую сегодня услышали, свяжитесь со мной. Артем Курбанов. Артемс Курбановс. На Фейсбуке, например. Либо напишите сюда, и я оставлю вам корпоративную почту, через которую мы можем связаться. А пока мы продолжаем. Посмотрите на эти транспорты. Я каждый из них видел, собственными руками трогал, внутри сидел, обнимал, целовал и на некоторых даже катался несколько лет подряд. И это все работает. Уже в 2019 году мы видели, и как продвигается технология дальше. Это фантастика, которую создал Леонардо да Винчи нашего времени, Анатолий Эдуардович Юницкий, гениальный инженер, который уделил всю свою жизнь, время всей жизни для того, чтобы вся планета имела будущее. Потому что если мы продолжим двигаться как сейчас, то у будущего у планеты не будет. Так же самое, как и у цивилизации. Потому что мы уничтожим себя вредоносными технологиями. Этот человек попал в энциклопедию «Люди нашего тысячелетия». 100 выдающихся лидеров России за свои достижения, потому что он сделал около 200 изобретений, более 20 монографий написал, несколько грантов в ООН. Действительно инженер, конструктор, человек с большой буквы, имеет высшее образование, патентное право, поэтому вся технология защищена. Множество раз пытался донести до людей еще 30-40 лет назад, что это наше будущее, эти проблемы, если мы не будем их решать. И он был прав. Он говорил, что оставалось 5-7 поколений до точки невозврата. И мы видим, что пока все идет действительно в ухудшающейся прогрессии. Поэтому то, что мы сейчас делаем, очень-очень важно. И это нужно миру прямо сейчас. Поэтому из всех проектов, которые я нашел, краудинвестинга, я нашел самый масштабный и актуальный, самый полезный. Ничто не может быть важнее, чем спасение всех людей на планете, всего живого на планете. Не одного вида людей, а 12 миллионов видов. Просто вдумайтесь. Анатолий Эдуардович объездил весь свет. И, конечно же, нашел единомышленников. Именно поэтому уже есть такие улучшения. При том, что нефть-эра только-только заканчивается, а мы уже представляем. В мире, где никто не хотел пропускать, технологии, закрывающие технологии, освобождающие людей, которые не будут их транжирить, не коммерческие организации, так скажем, а технологии, которые сделаны для народа, а не для зарабатывания с народа. Анатолий Эдуардович был на всех континентах, заручился поддержкой многих важных людей. И сейчас действительно нас 500 тысяч человек, которые поддержали экологическую технологию, в которую даже не верили еще 5 лет назад. А сейчас
у нас уже практически окончен краудинвестинговый проект по сертификации технологии, чтобы можно было строить ее по всей планете. Закрывающая технология инновационного струнного транспорта второго уровня. Полуандроиды, как рой, каждое транспортное средство со всеми системами, с каждой анкерной и промежуточной опорой связаны и работают сообща. С помощью алгоритмов, искусственного интеллекта и более чем 250 датчиков находятся в данной машине. Наружное компьютерное машинное зрение, так называемое, которое определяет все вокруг. Все это в одном транспортном средстве. То есть транспортное средство не проще, чем самолет, но который связан со всем. И одна персона сможет управлять более чем сотней транспортных средств. То есть, а мы попадаем в абсолютно безопасный, экологически чистый и быстрый транспорт и полностью свободны, пока мы едем. Хотим, разглядываем места, где мы катаемся, где мы перемещаемся, либо занимаемся своими делами. То есть данная технология готова полностью для того, чтобы снабдить человека всеми необходимыми ему удобствами, всем необходимым, стать самым эффективным, прийти на помощь другим видам транспорта и полностью очистить, так скажем, планету от дорог в будущем и, конечно же, воздух. Вы, глядя на эти графики, увидите, что минимальный землеотвод, минимальные капитальные затраты, без капитальных затрат до 100 лет без ремонта, эксплуатационные расходы минимальные, минимум энергии, плюс вдоль самого транспортного участка и на самой путевой структуре можно устанавливать солнечные батареи, ветрогенерацию для того, чтобы собирать энергию. И по идеалу трасса, полностью законченное оборудование, может приносить, так скажем, 100% энергии, 20% энергии будет уходить на то, чтобы транспорт функционировал. То есть сама трасса будет обеспечивать транспорт электроэнергии. И 80% чистой энергии будет отдаваться либо продаваться в этом регионе. Какая здоровская технология. Она не за 5 лет появилась, а ее прорабатывали десятилетиями. Было очень много критиков за последних 40 лет, которые встречали с Анатолием Эдуардовичем или встречали его, когда он пытался дать это миру хотя бы самую простую из его технологий, самую полезную на данный момент, самую актуальную. Но, к сожалению, настолько затормозили его, потому что эра нефти, потому что это невыгодно многим, особенно чтобы так много людей практически задарма так быстро передвигались. Нужно, чтобы это было под чьим-то контролем. Пытались множество раз отобрать технологию с такими прекрасными характеристиками, но мы не сдались, и это прекрасно, потому что мы на пороге завершения. И, например, дальше один из транспортов – это передвижение в фарвакууме, на которой уже есть разработки полностью и как бы предварительное сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами. Передвижение в разряженной среде до 1200 км в час. Юницкий говорил об этом и рассказывал, как это можно сделать с инженерной точки зрения, еще тогда, когда Илон Маск в школу ходил. И вы видите по всем параметрам, что сейчас экологически чистый транспорт, то есть мы видим эко-френдли, его можно строить, но все остальные будут дороже. Для всех нужна абсолютно прямая земля. Нет таких скоростей и небезопасно. Поэтому мы всеми возможными силами конструируем, делаем, сертифицируем и завершаем наши 15 этапов. И сейчас вы уже увидите множество транспортных средств в железе, часть которых сертифицирована и уже рассматривается и, так скажем, предлагается в качестве адресных проектов, которые тоже у нас уже есть. И если в 2016 году, когда я только узнал, я еще не видел ни одного транспортного средства, и только через месяц увидел, что появился юнибайк в железе, и он потом поехал. Сейчас я видел каждый из этих транспортов. Они все настоящие, они обколесили очень много в экотехнопарках, на тестах, на демонстрациях, на сертификациях, так же, как и на выставках по всему свету.
разный транспорт пассажирский, разный грузовой. Прошу прощения. И транспорт, который уже сейчас максимально популяризируется по всей планете, потому что 500 тысяч человек, которые его продвигают, они все находятся в более чем 200 странах и регионах мира. И в каждой из крупных стран мы постарались побывать, получилось 8, ну и там, где происходят выставки, в смысле, крупные. И мы побывали на 18 крупнейших международных выставках в мире, одна из которых Берлин Инотранс, на которой я был в 2018 году, раз в два года проходит. Дамы и господа, 160 тысяч человек, 183 тысячи квадратных метров. Внутри ходят автобусы между павильонами, чтобы не надо было так далеко ходить. Я был там видеорепортером и увидел, насколько же люди из 3000 стендов, 3049, у нас был один из самых посещаемых, потому что всем было интересно, что это за такое будущее, потому что это действительно фантастика. Это транспортное средство будет стоить приблизительно как джип, только там не 5 мест, а 6. Два отдельных багажа и такая скорость и безопасность. Хотя весом всего около 5 тонн. Представьте. Но там очень прекрасно. И мы параллельно, конечно же, главной задачей делаем сертификацию. То есть главное – это доказать по всем сертификатам, патентам, так скажем, по всем испытаниям, что наша трасса полностью соответствует характеристикам, которые мы заявляли. Сделано это скажем, четко и под надзором самых главных компаний, которые могут проводить такие сертификации. И на данный момент этот процесс идет и днем, и ночью, можно так сказать. Очень много работы проделано за последние годы, и сейчас еще, наверное, около 2 лет понадобится для того, чтобы все завершить до конца. Финансирование, так скажем, процесс развития, наверное, около года. Если сейчас дальше так пойдет, то и будет Экспо 2021, на котором мы еще сильнее заявим о себе в Объединенных Арабских Эмиратах и по всему миру, то финансирование может закончиться очень быстро. Поэтому у каждого еще есть возможность поучаствовать в таком серьезном проекте. Ведь так много уже сделано. Просто представьте, все из этих 500 тысяч человек являются совладельцами той технологии, которую вы видите на экране. У нас несколько офисов, 36 зданий и сооружений, более 12 тысяч квадратных метров площадей. Новый офис, он вообще более 10 тысяч. Там более 800, точнее, было более 800 работников, около 80 конструкторских бюро. То есть наш новый офис, потому что теперь мы в закрытом, так скажем, помещении работаем от других компаний, потому что это необходимо действительно очень много ноу-хау. Очень большая безопасность необходима для продвижения такой технологии, потому что мы действительно очень серьезно меняем ее. Множество, так скажем, сотрудники работают на передовых компьютерах с самым передовым программным обеспечением, как программы от Dassault Alto 3D Experience, то есть проектирование в 3D-среде целиком и полностью. Плюс люди могут работать из разных стран, из разных городов. И также, ценя экологию, компания перешла на электронный документооборот, и мы не используем больше бумагу для, так скажем, печати документов внутри нашей инжиниринговой компании. Также все люди, поддержавшие данную технологию, являются совладельцами 3 заводов. 3 завода, бывший завод Йомобиля, и сейчас вот 3-й вместе с, так скажем, производственным и офисным помещением мы сделали сами. То есть целиком, от начала до конца, уже собственное здание сделано прям конкретно под нас. И уже, так скажем, стадия малосерийного производства уже пройдена, и мы двигаемся дальше. Уже будем двигаться к специализированному производству и многосерийному производству, потому что первые адресные проекты, над ними уже идет работа. И эти 3 завода полностью наши. Мы можем полностью проводить на них, так скажем,
все процессы по созданию наших путевых структур и транспортных модулей, потому что некоторые станки по $500 000. Действительно фантастические, и можно делать космическую продукцию, но мы делаем наземный, точнее надземный транспорт. Чтобы его сертифицировать, нужно построить и прокатить. И в 2016 году у нас был один полигон танковый, пропитанный, с, так скажем, соляркой, на котором неизвестно, могло бы ли что расти. А сейчас мы видим цветущий сад, строительство, транспорт, и все в гармонии с биологией, с биосферой. Вот что значит экологические технологии. Как все это автоматизировано. Вот что значит закрывающие технологии, дарующие и освобождающие энергию и время для человека. В 2019 году мы видели, как все там уже ездит. Все виды трасс, разные виды транспорта. Так много людей каталось. Это было потрясающе. 2020 год мы видели в онлайн видео, потому что карантин, никто не мог поехать в Белоруссию. А в 2021 мы продолжаем видеть, как добавляются здания, добавляются испытательные центры и струнные мосты, и добавляются новые трассы. То есть работа идет неустанно, ежегодно, очень быстро, если вы посмотрите, как развиваются другие подобные серьезные проекты. Например, даже просто сделать пикап новый, уже на существующую транспортную отрасль, уже на существующие дороги, просто пикап может стоить от 1 до 2 миллиардов долларов и занять 5 лет, а может и 10 лет. А мы за 5 лет построили 12 видов транспорта, 16 разработали в общем целом, 5 уже получается 8 видов трасс, часть из них уже построена и сертифицирована. И всю инфраструктуру, то есть новые типы дорог, стрелочных переводов, фабрик, поворотов, станций и так далее. Это ж фантастика какая. И все это всего за несколько лет. Так что, дамы и господа, скорость развития феноменальная. И сейчас заканчивается 14-й этап. О том, как успехи больше, вы можете посмотреть на YouTube EcoFest 2020, потому что там мы встречаемся в Белоруссии раз в год летом, для того, чтобы компания рассказала, и Анатолий Эдуардович, как идут успехи у технологии и развития проекта, чего достигли, посмотреть, пощупать, потрогать, куда идет наша энергия, куда идут наши средства, что создается за них. И только карантин, так скажем, не позволил нам, но там мы узнаем на экофестах самую, так скажем, качественную информацию из первых уст. Поэтому, дамы и господа, очень рекомендую найти и посмотреть, потому что вы узнаете очень много нового. И выступления Анатолия Эдуардовича из Экотехнопарка, и ответы на вопросы, и шарджи, и доклад о проделанной работе за год от нашего генерального конструктора. Так что либо вы можете на EcoFest 2020 онлайн-трансляция посмотреть целиком, потому что и в начале, и в конце подключались наши партнеры из разных стран, из Вьетнама, из Южной Америки, из Европы, из Азии, чтобы поприветствовать, и даже из Индонезии, чтобы поприветствовать каждого человека, который хоть как-то заинтересован в спасении планеты вместе. Мы все уже почувствовали, что мы влияем очень серьезно. Поэтому стараемся донести это и до вас, чтобы это почувствовали и вы, и стали частью изменения нашего мира. Очень много прекрасной информации от 2020 года, то есть буквально прошло полгода, чуть-чуть больше. Так что, дамы и господа, я желаю вам приятного просмотра на выходных, потому что это нужно видеть. А мы пока идем дальше. Полезная информация. Насколько велик проект сегодня? Зная положение стадии адресных проектов, сегодня уже можно говорить о протяженности транспортных маршрутов в пределах 850 километров. Кроме того, рассматривается подготовка к проектированию 200 километров трассы и 890 километров. Почти 2000 километров трасс адресных проектов. И Анатолий Эдуардович в своих видео говорил о том, что сейчас и в этом году мы о них уже узнаем. Я здесь отмечаю проекты в ОАЭ, Эстонии, Вьетнаме, Финляндии, Российской Федерации, Словакии, Кении, Нигерии. И это только то, о чем в той или иной степени
может сказать наш один из членов правления Владимир Маслов. Также хотел вам зачитать кое-что интересное от наших управляющих наших компаний. Здесь есть полезная информация от Надежды Косарева. Прекрасно просто найти его и посмотреть. Называется Unisky String Technology Надежды Косарева. Ей задали несколько вопросов, и я бы хотел, чтобы вы услышали немножко из этих вопросов. Какой была компания 5 лет назад? 5 лет назад вся наша команда помещалась в небольшом съемном офисе, но даже в таких условиях мы смогли подготовиться к выставке InnoTrans в Берлине. 2016 год, это был первый. Нас прямо туда же пригласили, когда узнали о том, какая у нас технология. И дали, выдали место, где показали первый струнный транспорт. Сегодня у нас в собственности целое огромное здание. У нас много секретных разработок, поэтому нам важно работать в едином пространстве, где нет других компаний. Как после пандемии изменился состав сотрудников? Было более 1000 человек до пандемии, но пришлось очень много видоизменений сделать и очень много чего автоматизировать. То есть многие процессы выведены на абсолютно новый уровень. Поэтому сейчас и сегодня у нас работает около 650 человек. Это меньше, чем было до пандемии, но мы смогли сохранить основной коллектив компании. Сегодня в Unisky String Technology работает много специалистов из СНГ, специалисты по металлоконструкциям из Украины, специалисты по расчетам нагрузки из России, машиностроители из Белоруссии. У нас многонациональная компания. Следующий вопрос был такой. В каких основных направлениях сегодня работает компания? Что, наверное, интересно многим людям. Основных направлений 5. Первое. Проектирование зданий и сооружений. Я говорил, что мы к транспорту все должны сделать. Второе. Проектирование путевых структур разных видов. Их уже 8 видов, которые я только видел. Третье. Конструирование транспортных средств. 16 видов сконструировано, 12 сделано в железе. Огромный прорыв. Четвертое. Автоматизация путевой структуры и транспортного комплекса. То есть как сделать так, чтобы это все работало само, безопасно, с алгоритмами еще и, так скажем, училось. И пятое – сертификация транспорта. Главная задача – на что делается народное финансирование, на что делается проект. Сделать все необходимые действия, чтобы по всем законодательным базам, по всем документам, мы могли строить данную технологию по всей планете. То есть необходимо пройти эту сертификацию. И сейчас мы на 14 из 15 этапов развития. И его уже скоро заканчиваем, дамы и господа. Сколько коммерческих предложений сегодня рассматривает компания? Вопрос Надежды Косаревой. Сейчас у нас в работе 2 коммерческих предложения и несколько проектов на стадии подписания. Не то, что мы собираемся делать, а то, что мы уже делаем. Это потрясающая новость от Надежды Косаревой. Надеюсь, вы посмотрите целиком это, но я бы хотел вам дать еще немножко полезной информации, потому что вышло видео с Максимом Исыпом и Анатолием Эдуардовичем Юницким, и есть тут тоже полезная информация для вас. Прошу прощения. Прошу прощения. Интервью с Анатолием Эдуардовичем. Тут мы узнаем насчет адресных проектов, насчет 15 этапа и насчет капитализации через 5-10 лет. Начнем. Самое первое, о чем он говорил, это о том, что такое SkyWay. Ведь SkyWay – это... В студенческие годы ему пришла идея общепланетарного транспортного средства. Вынос вредоносной технологии в ближний космос, либо на орбиту Земли, там, где нет понятия экологии. А на Земле
в нашем экодоме оставить только экологические технологии. И потом из большого проекта, который был тяжел к реализации сразу, вышла более маленькая струнная транспортная система, которая известна как Skyway или струнный транспорт Юницкого. И Анатолий Эдуардович упростил эстакаду ОТС, общепланетарного транспортного средства, до струнного рельса, то есть до самого маленького, по которым пустил электромобили на стальных колесах. Вот такая история. То есть, получается, это модернизация более серьезной технологии, которая оказалась сейчас настолько актуальна. Про новый офис, что наше девятиэтажное здание действительно более 10 тысяч квадратных метров. Всего 36 зданий в разных странах. И все, всем этим владеет каждый из нас, каждый совладелец, каждый человек, который словом или делом, или своей энергией, ресурсами помогает реализоваться. Все, что вы увидели, дамы и господа, сегодня здесь, на этой презентации, все сделано с помощью обычных людей с разных уголков планеты, абсолютно разных стран. Также у Анатолия Эдуардовича есть очень интересная разработка космического грунта, который состоит из легких минеральных частей и пор, заполненных гумусом. Это еще один из его проектов. Как восстановить почву от неразумного использования человека? Или как озеленять пустыни можно? Не тот гумус, который нужно постоянно добавлять, а который самовозобновляемый. И Анатолий Эдуардович действительно сделал огромные прорывы в этих технологиях, так же, как и в электроэнергии. Это реликтовый гумус из угля и сланцев. Анатолий Эдуардович придумал, как и создавать гумус, и как создавать энергию совместно, биологическим путем, который хватит более чем на 10 тысяч лет, на 10 миллиардов человек. Так что нужно только интересоваться. Все есть в одних практически руках. И мы действительно показываем тем, что мы заканчиваем сейчас 14 этап из 15, мы показываем, что мы все успешно делаем. Стоит только поинтересоваться, дамы и господа. Когда у вас будет хотя бы чуть-чуть широкого представления, вы не сможете отказаться от этой информации. Поймете, что каждый должен хотя бы один раз услышать об этом. Или поучаствовать, чтобы это на день, на неделю или на месяц, но быстрее произошло и начало развиваться по всей планете. Потому что как только закончится 15-й этап, компания выходит на самофинансирование. Ей больше не нужна никакая поддержка. Она берет заказы, делает. У нас уже есть и производство, и штат, и заказы. То есть она делает заказ, получает прибыль, разрастается дальше и все. Но сейчас у каждого человека есть возможность стать частью этой прекрасной технологии. Транспорт и трассы. В экотехнопарке как бы 5 трасс и еще 2 для тяжелых машин. В Эмиратах одна трасса 400 метров и продолжается еще 2 трассы и еще одна будет трасса. То есть огромное количество уже сейчас направлений мы можем показать для любого региона все, что необходимо. Адресные проекты уже происходят. И происходят первые этапы по работе с адресными проектами. В этом году мы объявим о нескольких адресных проектах, которые реализуем, дамы и господа. Это не проекты, которые запланированы на будущее, это проекты, которыми мы уже занимаемся. Так что Юницкая String Technology, то есть корневая компания, так скажем, наша торговая марка, Skyway, это будущее, которое развивается сейчас и уже есть достаточно серьезные на официальном уровне страны, государства, которые готовы работать, которые готовы сотрудничать, которые готовы брать лучшее и продвигать это, даже если поначалу непонятно и нужно уделить достаточное время. На 15-м этапе нужно построить трассу для испытаний высокоскоростного транспорта, то есть самое главное, самое дорогостоящее, самое важное дело. Для этого уже есть необходимые проектные решения и сама машина, которая может передвигаться 500 км в час. Вы ее видели сегодня. Предположительно, 15-й этап может продлиться около 2 лет. То есть финансирование может раньше, но потом необходимо будет все сделать и просертифицировать. То есть высокоскоростную трассу мы начали вторую процедуру уже, чтобы получить разрешение на строительство в Беларуси.
Если нам откажут, у нас есть другие варианты в других странах, например, в Эмиратах. Но там стоимость строительства гораздо выше. То есть действительно в 3 раза, например, выше. Хотя мы могли уже закончить в Белоруссии, если бы нам из 27 согласований последнее, 27-е, не отказали по какой-то причине. Мы бы уже в Белоруссии все сделали, потому что там было все. Но сейчас тоже неплохо, потому что мы настолько заявили о себе миру, мы настолько нашли сотрудничество с Арабскими Эмиратами, что это действительно принесет огромные успехи. О капитализации Анатолий Эдуардович сказал, что IPO – это только один из вариантов капитализации. IPO нужно, чтобы получить дополнительные деньги, но мы можем сделать и по-другому. Капитализация идет уже сейчас, хоть и медленно. Серьезная капитализация начнется, когда мы будем строить конкретные трассы. Я уверен, это произойдет и в этом году. Представьте, это слова нашего генерального конструктора. И, дамы и господа, хотел бы отметить ваше, так скажем, направить ваше внимание. Анатолий Эдуардович очень интересным способом будет строить трассы. Для того, чтобы они были более выгодны, более рентабельны для покупки, для строительства их. Хотя они будут стоить дешевле всех и будут давать лучше всех характеристики. Но наша задача – спасти экологию, спасти планету, дать альтернативу, которая разгрузит крупные города и свяжет, даст нам хорошую коммуникацию грузов и пассажиров. И мы с помощью этой технологии сможем передвигаться очень-очень быстро и очень экономично, расстраиваться очень быстро. Анатолий Эдуардович будет ставить небольшую цену за такой транспорт, чтобы больше люди хотели ее покупать. Но с каждого проекта каждый год 25% или 20% будут идти в компанию от прибыли этой трассы. То есть компания будет постоянно расширяться. С каждой новой трассой наши дивиденды будут становиться все больше. Компания будет строиться все больше. Поскольку она выгодна в покупке, ее будут быстрее, быстрее, быстрее расстраивать, и мы сможем связываться уже в сеть Transnet, чтобы передвигаться, сев в одно транспортное средство, через все города и страны. И это в будущем будет возможно, как сейчас возможно по автодорогам. И это будет очень быстро. Потому что, дамы и господа, 30 км в час кирками и лопатами строили железную дорогу, когда она начинала свою эру. А мы сейчас с помощью компьютеров, с помощью роботов можем, причем такую простую технологию, строить фантастически, фантастически быстро. Поэтому планы на будущее, что Юницкий предполагает, через 5 лет капитализация нашей группы компаний должна быть не менее 500 миллиардов долларов. Через 10 лет не менее триллиона долларов. Напомню, интеллектуальная собственность нашей компании, нашей технологии, более 400 миллиардов долларов. В работе будут десятки и сотни проектов. У нас будет специализированное производство для разных элементов струнной системы. У нас уже наработаны технологии, чтобы сделать отдельное производство для городских, грузовых и высокоскоростных машин. Как вы видели сегодня по нашим заводам, у нас действительно есть эти наработки, и мы действительно можем это сделать. Спасибо большое Анатолию Эдуардовичу и Надежде Косарев за то, что передают нам информацию, за то, что я сейчас могу поделиться с вами и поделиться возможностью стать частью такого масштабного проекта. Дамы и господа, мы действительно на грани, так скажем, технологической революции, которая полностью изменит наш мир. И мы уже заканчиваем 14-й этап. То есть вы понимаете, риски уменьшаются очень серьезно, потому что вот мы уже под конец. Вы уже видели, как и катается, и уже по главным новостям, по Евроньюз мы видим, что о нашем транспорте говорят, наш транспорт видит, его показывают, так скажем, он завоевывает умы и интересы людей. И риски, которые были, они сейчас практически растаяли, потому что все на ваших глазах, все работает, все в железе, катает людей, сертифицируется. Более 40 делегаций из разных стран приехало в Эхотехнопарк, чтобы посмотреть, прокатиться, как идут дела. Из Японии к нам после Инотранса приезжали посмотреть, из Арабских Эмиратов, из Турции, из многих-многих стран, из Южной Америки.
Но это только одна сторона. Мы же делаем потрясающие вещи и в Арабских Эмиратах. Новый инновационный центр в SRTI Park, как Силиконовая долина в Калифорнии, либо Сколково в России. Шарджи является эмиратом, который в ЮНЕСКО является одним из культурной столиц арабского мира. И там, на самом фасаде, хотя там должны были быть другие компании, но на самом фасаде теперь находится наш технологический центр по развитию наших струнных технологий. Эмир Шарджи, ученый, защитил две докторские диссертации и захотел, узнав об этой технологии и познакомившись с Юницким, поняв, что он хочет сделать и что у него это получится, дали нам возможность развиваться там. И мы показали фантастические результаты. Сначала я увидел, не поверил, думаю, о, это будет еще так долго, такие конструкции, такие сделать красоты. Но в итоге я оказался неправ. Все делается фантастически быстро. Мы видим, как на наших глазах в Арабских Эмиратах выстраивается целый инновационный центр, который действительно похож на будущее. А прямо напротив Шарджи, государственный университет американский, он совмещает в себя 50 тысяч студентов. Там же будет и кафедра Skyway. То есть сразу пуп, на струнном транспорте, и ты уже на практике по улучшению лучшего вида транспорта. Мы были там, я еще 98 человек из 18 стран мира приехали в Дубай для того, чтобы завершить наш тренинг о том, как люди с разным менталитетом, на разных языках могут совместно, с разных континентов, с разных стран управлять и развивать подобные экологические технологии. Конечно же, я отвечал там за зарядки, дыхательные практики, для того, чтобы все люди были в начале дня полностью подготовлены к продуктивному дню, были здоровы, полны энергии. Ну и, конечно же, мы попали в Шарджи, в этот инновационный центр, увидели первые деревянные здания в Арабских Эмиратах, только по нашей технологии разрешили строить первые промежуточные опоры. Встретились с Анатолием Эдуардовичем Юницким, который рассказал, как здорово уже из первых уст, как здорово у нас дела в Объединенных Арабских Эмиратах. То есть эта страна, действительно та страна, в которой наш транспорт очень подходит для строительства. И он там уже представлен на выставках в 2019 году Smart Cities, умные города, на Expo 2020, которое пришло онлайн, мы делали свои презентации. В регионе Мэна есть свои презентации. В наш инновационный центр приезжают люди. Чуть дальше я покажу вам фотографии. Ну и, конечно, сейчас мы ждем Expo 2021, что будет потрясающим действием. И на официальном уровне нас представляли на Всемирном правительственном саммите в феврале 2019 года, где представители 140 стран решали не локальные, а глобальные вопросы и видели новые технологии, как развивать в будущем всю нашу планету. И теперь, представив нас там, и прошло продвижение, мы имеем официальный проект на 21 станцию, 15 километров, Дубай-Марина, самый бизнес-центр. Бизнес-центр Дубая, Арабских Эмиратов. То есть данные проекты, данные технологические прорывы очень интересны таким развитым странам. И сейчас уже поговаривают о том, что на 3, а может и на 5 лет уже набирается ближайших трасс для строительства, то есть адресных проектов. То есть они очень заинтересованы. Они видят, как идет работа. Договор с Арабскими Эмиратами был простой. Мы видим, что вы еще не закончили, но мы видим, что вы делаете. Покажите, что у вас есть какие-то технологии, которые решат проблемы наши здесь. Огромная температура, вездесущий песок и повышенное количество солей в воздухе, которые разъедают металлические конструкции. И в итоге мы показали супертранспорт в тропическом исполнении, который выдерживает огромные температуры, в VIP-исполнении, и уже представили его эмиру Шарджи. Уже он готов принимать эмира для того, чтобы показать, как, что это такое прокатиться на струнном транспорте. Действительно, по струне
Skyway, небесной дороги. Это реальные фотографии, которые вы видите. Это 2018 год, а это 2021 год. Четыре трассы, множество процессов, дороги. Все делается для того, чтобы наш транспорт хорошо и успешно развивался. Очень быстро развивался. Действительно, работа происходит иногда и днем, и ночью, потому что температурный режим там очень серьезный. Когда мы там были, было очень тяжело. Все заливается, делаются анкерные опоры, промежуточные опоры. Весь процесс идет фантастически быстрым образом. Маленький отчет для вас, как это все выглядит, и это будет цветущий сад, потому что то, что мы сейчас видим в экологическом доме, действительно можно будет озеленять пустыни. Уже идут контейнерные перевозки. То есть сейчас строятся две трассы, вторая и третья. Первая была легкая, провисающая. Сейчас строится для пассажиропотока большого до 250 человек, 200-250. То есть это 10 составных машин, например, по 25 человек в каждой. Либо грузоподъемные транспортные средства, которые 50 тонн, 15 транспортное средство, 35 контейнер. То есть можно будет перемещать контейнеры любых типов, 40-футовые, 20, то есть морские контейнеры. Представляете, всю транспортную нагрузку можно перенять с нашим видом транспорта. Поэтому сначала этот транспорт придет на помощь, а потом сможет и вовсе заменить наземный транспорт. Потому что вот несколько ребят могут управлять сотнями транспортных средств, если это необходимо будет. Хотя вся система будет модернизироваться. И практически без человеческого фактора происходят все решения. Так выглядят промежуточные опоры. По 2,5 километра будут две трассы. А это уже зарисовки перед Экспо 2021. Это будет взрыв информации для всего мира. После этого действительно очень много глав стран, если можно так сказать, начнут двигаться в сторону заинтересования, как в своей стране, в своем городе сделать такой транспорт. И мы видим, что то, что было нарисовано и спроектировано за полгода, хотя делается годами и за несколько миллиардов, а мы сделали очень-очень быстро, точнее, миллионов, прошу прощения, сделан огромный-огромный проект, который уже реализуется прям семимильными шагами и уже представляется. Из Азии, Европы, из арабских стран приезжают разные делегации. Олег Зарецкий, один из управляющих в Объединенных Арабских Эмиратах, представляет все это. Это вот наш экологический дом, цветущий сад. Транспорт, который уже передвигается. Ну и, конечно же, все это сообщество, главным образом, идут за лучшим. И, дамы и господа, нас 500 тысяч, просто задумайтесь. Есть суперюристы, экономисты, есть инженеры, конструкторы, робототехники. Множество специалистов, кто стал поддерживать данную компанию, кто стал совладельцем данной технологии, либо помогает ее продвигать какими-то способами в разных странах. Каждый из них по-своему проверял данную технологию, данный проект, как это все работает. И в итоге они все здесь. 500 тысяч человек со всей планеты, хотя до шестого этапа не было даже транспорта, чтобы показать, потому что вставляли палки в колеса сильные миры сего. А сейчас нас 500 тысяч человек. В среднем, если брать понятие инвестирования, здесь идет кредитование, инвестирование по договору конвертируемого займа, то каждый человек, который узнал хоть чуть-чуть о данном проекте и поддержал его, он еще минимум 6,2 раза поддерживает этот проект. То есть, узнавая все больше, он понимает, о, а это еще и так. О, а еще и так, я не думал несколько лет назад, что настолько прекрасно будут дела. Такое развитие, и что я узнаю так много, чего я не узнал на тот момент. Вообще по жизни и о том, что сделал своим изобретением Анатолий Эдуардович Юницкий. Потому что сегодня мы говорим в большей степени о самом первом важном, актуальном транспорте. Инновационном, надземном, скоростном, безопасном, экономичном, легко интегрируемом.
экологически чистым. Транспорт, который нужен каждому человеку, который изменит до неузнаваемости жизнь в городе и за городом, который полностью обезопасит нас, наших детей, который даст нам чистую пищу, чистые города. И мы все это можем сделать вместе. Как и на первом этапе, поддержка проекта и информация о нем, передача информации также важна. Поэтому, дамы и господа, хотя бы один раз, завтра в 12, например, пригласите ваших друзей на презентацию. Либо 25 числа в 7 часов вечера во вторник, либо вот завтра в 12. Приглашайте людей. Пусть они хотя бы один раз услышат, узнают о том, что происходит, как двигается наша компания. В конце презентации, буквально через несколько минут, я скину еще одну потрясающую ссылку. Ее поставлю в конце и скину, чтобы вы могли ей поделиться. О прорыве нашей струнной технологии. Финансирование также важно, как и на первом этапе. Только тогда были суммы маленькие и дела маленькие. Сейчас у нас огромные дела и огромные суммы, но у нас и людей много. Поэтому мы пропорционально двигаемся. Так и создаются краудинвестинговые проекты. И сейчас компания точно завершит свои проекты. Просто чуть позже, либо чуть раньше. Зависит от людей, от поддержки разных людей со всей планеты. Поэтому, надеюсь, вы поняли, что это дело каждого, и поняли, что у каждого человека на планете есть возможность стать совладельцем наикрупнейшей компании, которая действительно сможет обеспечить дивидендами вас за то, что вы делаете мир лучше. То есть вы получаете совладельцем и можете в любой момент, когда она выйдет на рынок, продать свою долю в 100, в 300, в 1000 или в 10 тысяч раз дороже. При том, что какие сейчас есть еще выгоды на 14 этапе. Либо не продавать, а оставить это владение, этот кусочек компании в своей семье и с передачи по наследству получать дивиденды от каждого проданного подвижного состава, от каждого проданного километра трассы, от каждого адресного проекта, с которого каждый год будет приходить прибыль. То есть это гениальный, огромный бизнес, самый дорогостоящий бизнес за всю историю человечества. Заметьте, я только в конце презентации говорю о деньгах, об этой выгоде для вас лично, но тот, кто владеет транспортными инфраструктурами, он один из самых богатых, потому что самые большие прибыли, самый прибыльный и самый коррумпированный транспортная, ну, так скажем, отрасль вообще. И мы можем это поменять. Мы можем взять всю эту отрасль на себя, дав людям абсолютно новое качество жизни, абсолютно новые возможности, жизнь за городом. Чистые, цветущие города, в которых мы спокойно и безопасно передвигаемся. Мы увидим это в Арабских Эмиратах, в соседних странах, но уже очень скоро мы будем расстраиваться на всех континентах, как можно скорее, для того, чтобы этот лучший мир к моменту появления наших детей, внуков, правнуков уже был в наилучшем состоянии. Как говорит Анатолий Эдуардович, мы взяли нашу планету, получили нашу планету не в наследство от наших родителей, мы берем ее взаймы у наших детей. И в каком мире будут жить наши дети, зависит от того, как мы свой используем и трансформируем, как мы за ним ухаживаем. А это наш общий дом. Последняя маленькая порция информации. Технологические уклады. Сейчас мы идем из пятого в шестой технологический уклад. Это когда появлялись те технологии, которые полностью меняли мир. Электричество, текстиль, паровой двигатель, металлургия и железная дорога, нефтехимия, автомобилестроение и авиация, либо интернет, который пришел с гаджетами виртуальной реальности и полностью изменил мир до того, в котором мы живем сейчас. Все, кто были у основ этих, они все очень сильно развились и сделали много полезного для планеты. Сейчас мы передвигаем информацию за секунды, пересылаем в любую конец мира, разговариваем с другим континентом, можем видеосвязь сделать с другой частью планеты, деньги пересылаем в электронном виде за секунды. То есть можем делать очень много чего и очень быстро, но очень медленно передвигаем грузы и пассажиров. Хотя мы в 21 веке, а от этого зависит
то, как мы живем, наши города, наше развитие, технологическое и личное. И мы сейчас стоим на пороге шестого технологического уклада. Самый актуальный вопрос, который нужно решить, это транспорт. А теперь посмотрите сюда. Пятый технологический уклад. Это те компании, которые пятый технологический уклад сделали. Например, компания Google, компания Apple. Нужно было много информации. Создавались компьютеры, создавались операционные системы, продажа вещей через интернет. С появлением интернета очень много чего произошло. Электронные кошельки, чтобы все это оплачивать. То есть с появлением интернета создался новый мир. И это те, кто его сделает. Вот с помощью этих компаний мы знаем мир такой, какой он есть сейчас. И это передовые компании. Капитализация их, то, что ждет и нас, каждого из нас, $10 за 16 лет, то есть кусочек маленькой компании $10 стоил, а сейчас стоит 100 тысяч. Apple за $8, маленький кусочек, через 38 лет 550 тысяч, полмиллиона. $8 превращается в полмиллиона. Это реальная капитализация, реальная статистика того, что было важно для мира, того, что действительно было нужно, необходимо. Компания Alibaba. Человек хотел сделать важную вещь полезную. $100 его компании, то есть какая-то часть, которая стоила $100 18 лет назад, сейчас стоит $1 700 000. Представляете, какая капитализация? И это не самые дорогостоящие отрасли, потому что самая дорогостоящая отрасль – это транспортная отрасль. Подумайте, хотели бы вы иметь хотя бы доллар или $10, или даже $100 в компании Alibaba и сейчас иметь почти $2 миллиона, или в компанию Apple $100 и иметь сейчас вообще несколько миллионов долларов. Можно было бы, но мы не умеем летать в прошлое, но мы умеем учиться на истории, на этой исторической статистике. Это не такие серьезные компании, как транспортная инфраструктура и транспортная компания, которая может возглавить все транспортные отрасли, которые просто придут ей на замену. Это придет на замену всем другим. С компанией SkyWorld Community. Мы уже достигли 14-й этап. И сейчас мы просто завершаем. И надеюсь, что мы завершим этот процесс с вами. Вы тоже станете частью этого проекта. Как минимум в душе и мысленно. Как минимум просто тем, что уделите время. Узнаете сейчас. Потому что в будущем люди будут влиять на то, где и какие проекты будут строить. Это также будет решаться с помощью народа. С помощью народного финансирования и гласа человека из разных уголков. Когда люди будут собираться и говорить, что нам нужна трасса здесь. И когда будет собираться достаточное количество людей и финансирования, она будет там строиться. Мы застроим за 21 век более 20 миллионов километров дорог. За 21 век. И действительно изменим жизнь на планете Земля. А сейчас компания SkyWorld Community – это та возможность, та компания, которая дает работу абсолютно любому человеку. В абсолютно любой стране, на любом континенте, на любом языке, в любое время, с абсолютно любым другим человеком. Про передачи знаний. Просто передать знания о том, что такое существует, для того, чтобы каждый человек имел собственную ответственность решить, он пройдет мимо, либо уделит время для изучения, развиваться, интересуясь, знать больше и делать аргументированные выводы. Поделитесь, пожалуйста, этой информацией и подключайтесь к нам. Поспрашивайте тех людей, которые вас пригласили, либо как вы попали сюда на презентацию. Пишите мне сюда в чат, либо на Артём Скурбанов в Фейсбуке. И я постараюсь объяснить вам все ваши возможности, как вы можете участвовать в данном проекте, что вы можете получить, что вы можете сделать. Вместе мы огромная сила, и нас уже 500 000 человек. Вместе с фондом таким, SkyWorld Community, мы достаточно быстро закончим финансирование 15-го этапа. И потому что он уже не за горами. И подумайте, после этого вход в компанию уже будет не так возможен. И не будут таких выгод, как раз когда сейчас
так необходимо участие каждого человека. Потому что это делают люди, это нужно больше всего людям. И люди завершат этот прекрасный проект. А потом мы продолжим дальше. Приходите на наши презентации 19-го завтра, 25-го, на следующей неделе во вторник в 7 часов вечера. Потому что как только мы закончим, и чем быстрее мы закончим, мы начнем делать экологические дома с озеленяемыми крышами, с возобновляемыми видами энергии, которые сами себя обеспечивают. Эко-поселения, линейные города, безопасные, цветущие города, в которых мы будем в безопасности, в которых мы будем рядом прямо со своим домом выращивать чистую экологическую еду, жить прекрасно, здорово и вкусно, и гораздо дольше. Супертранспорт, который системой Transnet свяжет всю планету, и мы сможем добираться куда угодно очень быстро, без всяких терминалов, ожидания и так далее. Потрясающий, безопасный, экологичный, легко интегрируемый куда угодно транспорт. И далее продолжим с Анатолием Эдуардовичем продвигать, как вытеснить вредоносную техногенную сферу из биосферы, чтобы все живое было вместе и гармонично жило в изобилии и благополучии, а техногенные сферы, вредоносные, мы могли вынести туда, где они не будут вредить экологии и всему живому. Это все не за горами. Стоит только поинтересоваться, и вы увидите, какой огромный путь пройден и как мало осталось. Но у вас есть возможность подключиться к нам. Спасибо большое за внимание. Я сейчас еще поставлю вам потрясающее видео в конце, но на сегодня презентация окончена. С вами был Артем Курбанов и компания SkyWorld Community. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите их, пожалуйста, в чат. Если захотите связаться, скажите в чате, я оставлю свои контакты. Будьте здоровы, улыбок вам. А сейчас добавлю потрясающее видео. И скину в чат вам ссылку на него.